Нож «Страж» компании ОПП «Кизляр» выполняется в нескольких вариантах: с полированным клинком и с вороненым клинком. Материал стали может быть АУС-8, либо Z-90. Материал рукояти ножа выполнен из эластрона. Очень приятный, хваткий на по ощущениям материал. Длина клинка 93 мм, в обухе 3,2, габариты рукояти 105 мм. На тыльной стороне присутствует отверстие под темляк. На кончике ножа имеется двухсторонняя заточка, переходящая в серейтор. Нож удобно и хорошо лежит в руке. Упоры, которые присутствуют по конструкции рукояти, придают ощущение уверенности при его хвате. Нож имеет неплохие режущие свойства. Нож комплектуется пластиковыми ножнами с клипсой для крепления на ремень.